Что такое Бахтани океана? Это санскритский интернет. Вот я искал Рама Лакшмана, теперь Дева Ганахарва. Программу искал, 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 в общем, нашла. В общем, нажала, ищет. В том, что мы уже добавили. Вот результат. Значит, Ctrl-F. И погнали вниз. Дева Ганахарва Ракшаса. Значит, не самая полная модель, но пусть будет так. Мангов, Ангалов и Ракшасов. Так. Частичная модель. Идем дальше. Интересно, интересно. Якшас. Якшина. Тут уже чуть более развернутая модель. Точнее, просто другая. Даже не развернутая. А другая. Змеев, нагов, мангов, нарвов и якшей. Мангов, нарвов и якшей. Так. Ну, как раз тот пример, который я искал из учебника Александра, 32 занятие, 230 страница. Это получается из перевода, Василькова, получается, Невелева, из третьего тома. Ну, так можно пройтись по всем примерам. Вот. Вот тут интересный пример. Ну вот. Вот что такое Бахтание. Можно искать на, значит, ясти, можно искать на русский, например, ну, возьмем демон. Здесь что-то, если мы хотим найти демона, можем просто написать демон. Посмотрим. То есть то, что, чем я занимался с 2013 года, спустя почти 10 лет, получается, видны первые плоды. Что получается в результате Бахтания. И это мы еще не добавили даже в свои книги. Например, Бхартри Хари, Амару предстоит добавить. Ну, Амару, когда уже, наверное, выйдет, бумажная книга. Ну, а Бхартри Хари уже можно добавлять. Вот. Работы много предстоит. Вот. При минутном пахтании параллельного санскритско-русского корпуса для слова «демон» в океане слов найдено 892 записи в 33 источниках. То есть видно, что есть размахнуться. Он даже в панишадах посмотреть. То есть это маленький санскритский поисковик.
И это только начало.